Привет, друзья! Вы находитесь на канале CryptoInvest. И в сегодняшнем видео мы с вами продолжаем знакомиться с проектом Merlin Lab. И в этом видео мы детально рассмотрим дорожную карту проекта и прикинем, что ждет проект в будущем. Итак, поехали! Дорожную карту проекта можно найти на Medium. Ссылка на Medium есть на главном сайте. Вот тут. Дорожная карта проекта достаточно обширна, но пункты в ней расположены не в ожидаемом порядке выполнения, так что это надо иметь в виду. Также мы видим краткое описание цели проекта и цели на долгосрок. Миссия проекта, цель проекта заключается в увеличении свободы, доступности и независимости активов для всех участников цифровой экономики. Цели проекта заключаются в следующем. Создание ряда продуктов не только в сети блокчейна биржи Binance, но и во всех возможных сетях. Повышение ценности токена Merl за счет доп. Функций проекта, которые расширяют полезность и применимость токена. А также за счет введения дефляционных механизмов, которые в свою очередь контролируют создание токенов Merl. Оптимизация безопасности и надежности протокола с помощью аудитов, схемы с несколькими подписями и периодическое обновление безопасности. Создавать доступные блокчейн-продукты за счет ориентации на пользователей и постоянном совершенствовании. Это что касается целей и сути проекта. А теперь давайте перейдем непосредственно к дорожной карте. На первый квартал 2021 года планы были таковы. Полное формирование модели DeFi, формирование полной модели оценки рисков, полный стратегический цикл развития, найм дополнительных разработчиков ядра проекта, фирменный стиль, дизайн сайта Merlin. Второй квартал 2021 года входили следующие планы. Проведение предстартовых маркетинговых мероприятий, такие как компания Airdrop и компания послов. Полная разработка смарт-контрактов Merlin, полная разработка функции ZAP. Развертывание сетей для тестирования запуска проекта. Полный аудит с компанией Hacking Cybersecurity. Полный аудит с компанией Certic и PeakShield. Но этот пункт в процессе. Развертывание и расширение маркетинговых мероприятий. Запуск баунти компаний. Заявка на CEX бирже для листинга. Завершение публического пресейла на Bounce. Запуск основной сети. Интеграция с кошельками Trust Wallet, Mac Wallet, Binance Wallet, Wallet Connect. Запуск многоязычной версии сайта. Также в их планы входило завершить разработку интерфейса для лотереи. А далее, ребят, уже будут пункты, которые не выполнены и находятся в разработке. Планируется запуск новых депозитных хранилищ для одного актива. Добавление пулов Merlin с большим количеством ключевых токенов. Добавление новых пулов ликвидности с автосоставлением. А на третий квартал 2021 года были вот такие планы. Было запланирован запуск дефляционных механик, полное развитие лотереи, запуск лотереи, открытый обратный выкуп и сжигание резерва, создание кросс-чейн технологий, завершение процесса листинга на CEX, постоянная работа с сообществом и продвижение проекта, то есть пиар проекта. И это еще не все планы по развитию проекта. В ближайшие месяцы еще будут сообщены остальные. Как видите, планов очень и очень много, и развитие проекта не стоит на месте. И из этого можно сделать выводы, что работа над проектом идет, и есть огромный потенциал роста и заработка для нас с вами. А на этом ролик подошел к концу, все ссылки я оставлю под видео в описании. А с вами был канал CryptoInvest, всем спасибо за внимание, пока!